Слушай, кирпичики, смотри, кто-то притарил. Собрался уже вывозить. Слушай, а она не до конца разобранная. Ты прикинь? Да. И, конечно, черт ногу сломает. Но в целом вот углем топили, короче, и все это потом ссыпалось вниз. Мы уже такую одну котельную рассматривали, а вон окна. Поддувало якобы. Видишь, да? Смотри, как она выглядит. Короче, там все это горело, и потом все это дело сюда скидывали, и оно туда падало вниз, и оттуда потом убирали. Кирпичи-то жаростойкие. Видишь, первый слой обыкновенные, а второй жаростойкие. Черт ногу сломает. Видишь, тут плиту зарушили. Смотри, а тут что такое было-то? Фига себе. Ну, кстати, нам это для колеса бы. О, вода. Погнал. Прикинь. Снизу что? Вода. Не, ну, за железка там или что это? Да не знаю, насос какой-то. Но я думаю, что там подвал какой-то есть. И это, он очень глубокий. А вон туда, походу, весь дым уходил. Вон. Вот еще одна такая штука валяется. Сам в шоке. Это все уголь? Ну, это уже зола от угля. И причем, представляешь, мы с тобой находимся над какой-то емкостью, где вода. Вот там вода, эта вся вода туда приходит. Прикинь. И вот он, этот подвал, который... он тоже затопленный. Видишь, сколько этажей тут разрушено. Да, он очень глубокий. Ну, туда все обрушили и... Да... Атас. Зачем? А вот лестница вот зайдет, походу, да? Ну да, было. Руки что ли от нее или что там, перила. Подвал, подвал спускается. Да. Там какие-то примочки 100% были. О, дверка. Как в какой-то старинной игре. Как оно кирпича открывается. О, здесь тоже, вот видишь, это затоплено все, обвалили. О, слушай, а здесь крен вообще, смотри какой. Может все рухнуть в любую минуту.
А, ну здесь вот, видишь, уже рухнуло. Здесь что-то было, и видишь, оно уже бабахнулось. А, вот там можно попасть на второй этаж. Ну, лучше не лезть, конечно, туда. Здесь это было аж вон на том этаже, представляешь, она оттуда рухнула. Вот оттуда. С самого верху? Да. О, там что, дырыш. Чё там? Да, тупо кирпичи. Ух ты. Что-то типа наподобие песочницы там. Но с отверстием. То есть она прям упала, он наконец с этого квадрата чего-то. А я как это засниму-то? Я смотрю, что там. Там ничего интересного нет. А, ну там в воде все, там тоже все заброшено. Ага. Понятно. Что-то типа колодца самодельного. Прям здание. Чего? Вместе жатву, это нужно отсюда. Сквознячок тут такой нехилый дует.